дорогие друзья, уважаемые гости и учителя. Сегодня в нашей школе чудесный праздник. Праздник, которого с нетерпением ждали выпускники. И не потому, что вместе с ним заканчивается школа, а потому, что нет в школьной жизни более волнующих моментов, чем тот, когда ты в последний раз ходишь в стены родной школы как ученик, а выходишь самостоятельным, взрослым человеком, принадлежащим другой жизни. Давайте все вместе пригласим виновников торжества в наш зал. Встречайте! 11-й А-класс. Классный руководитель Алла Викторовна Лысенко. Поздравляю!
внимание. Мы находимся на главном пульте управления секретного объекта в подготовке суперагентов 005 школы номер 32 городского округа Подольск. Сегодня, 24 июня 2017 года, состоится торжественная церемония вручения аттестатов о полном соответствии звания суперагента 105 субъектам, прошедшим полный курс обучения, воспитания, развития и закрепления по программе спецобучения. Пора этих членцов выпускать в мир, чтобы приобретенные знания и время и применили то помощь, которую выберут для себя. Мы же собираемся использовать деньги как культурную сеть, способную прославить нашу родную школу и учителей-наставников. Внимание! Прибытие агента 007 не состоится. Такое количество агентов 005 заставило его сделать вывод о том, что его миссия невыполнима. Постов нет. Агент иностранной разведки ликвидирован. Здание прослушивается, поэтому прошу имя он не называть. Надеюсь, все меры предосторожности соблюдены. Итак, господа. Я вынужден сообщить, что пренеприятнейшее известие. Мы готовы. Пройдем анализ успеваемости за 5 лет, рост качества знаний за 10 лет и мониторинг здоровья за 11 лет. Все выпускники разделены на группы специального назначения. Отбор группы был строгим. При этом учитывались многие параметры. Рост, вес, совместимость. Быстрота реакции, способность быть тише воды, ниже травы, при внезапном появлении опасности. Например, члены комиссии на экзаменах. Умение спрятать секретное донесение в виде шпаргалки в самом неподходящем для этого месте и незаметно воспользоваться им. Как говорится, выйти сухим из помещения с надписью «Не входить, идет экзамен, опасно для жизни». Каждый из них успел отличиться и проявить свои способности.